Три раза в час с такой периодичностью выходили в эфир в единый день голосования журналисты НТР. Все самое актуальное в специальных материалах с избирательных участков. Более 30 репортажей в этот день увидели телезрители Нижнекамска. Вы смотрите специальный выпуск новостей на телеканале НТР. Наша съемочная группа сейчас находится на избирательном участке. Сегодня в городе и районе работают 114 избирательных участков. Сейчас мы находимся на территории 11-й школы. Здесь расположены сразу два избирательных участка. Из школ, колледжей и вузов, из больниц и жилых квартир. О том, как голосуют первые лица города, первостроители, люди с ограниченными возможностями, самые возрастные нижнекамцы и те, кто делает это впервые. На русском и татарском языках журналисты рассказывали о том, как проходят выборы, чем удивляют избирателей и какое настроение царит на избирательных участках. Хорошее настроение, отличное. Встали рано, собрались, пришли голосовать. Конечно, нужно 100% нужно участвовать. Даже должен проголосовать. Праздничное, веселое, солнце светит сегодня, день хороший. И как раз совпадает с таким днем. О ходе выборов нижнекамцы также могли узнать на сайте НТР и на волнах радио ДФМ Нижнекамск. 6 выпусков новостей и прямые включения в течение дня. Итоги важного для республики, нашего города и района дня подвели посредством телемоста, который объединил несколько городов Татарстана. Журналисты НТР Вадим Струминский и Раушания Сибатова в прямом эфире на Казань-Арену рассказали о том, как выборы прошли в Нижнекамске. Казань, у нас тут тоже громко, поэтому добрый вечер, республика! Современные технологии позволили в этот вечер быть рядом жителям сразу нескольких городов республики. Чтобы осуществить это, понадобилось немало технических и человеческих сил. И очень серьезная подготовка со стороны специалистов НТР. На данный момент готовимся к вечерней прямой связи. Мы увидим Казань, Челны, Альметьевск. Также увидит нас весь Татарстан. Это будет очень интересно. Такого мы еще не проводили. Ну, надеемся, телемост пройдет хорошо. Все действительно получилось. Казань, Нижнекамск, Альметьевск, набережные Челны слились в едином порыве радости и единения. Ведущие НТР и наша съемочная группа прониклись атмосферой всеобщего праздника. Конечно же, это в первую очередь волнение, но, слава богу, все прошло даже незаметно, я скажу. И сегодня мы видим, что по ту сторону экрана Казань за нас радуется, мы радуемся здесь всем городом, и действительно стираются вот эти 250 километров, которые есть между нашими городами. Тут, конечно же, работала большая группа людей, то есть это не только оператор, тут очень много техперсонала. Ну и в завершении вечера Рустам Миниханов в прямом эфире поздравил республику с праздником. Главный итог выборов, сказал он, то, что татарстанцы верят в республику. Система власти получила огромное доверие. И это накладывает на нас большую ответственность. Главное, конечно же, это качество жизни и мир согласия на нашей земле. Вместе с Российской Федерацией, при поддержке руководства нашей страны, мы добьемся новых успехов. Татарстан лидер и будет лидером. Без Берга, без Болдрава, с мы можем, мы вместе. Спасибо вам! Яна Чупахина, Ренат Харасов, новости НТР.